Сделаем свой город комфортнее. В эти дни в Лабинске можно увидеть представителей волонтерского корпуса и информационные баннеры. С 26 апреля по 30 мая проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства. Мы принимаем участие в кампании по голосованию за благоустройство городских территорий. Много людей подходит к нам, интересуется тем, чем мы занимаемся, какие проекты мы рассказываем, показываем и принимаем голоса. Потому что чем активнее наши люди будут принимать участие, тем быстрее мы получим видимый и значимый результат. Голосовать за понравившийся проект можно уже с 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации. Онлайн-голосование проходит на портале проекта. Информация доступна, но если нужна помощь, разобраться помогут волонтеры. В Лабинске предлагаются проекты по улице Айвазовского, 81, сквер в микрорайоне Виноградный, парк в поселке Прохладный, сквер по улице Хлеборобной и парк 40-летия Победы. Итоги голосования будут опубликованы на портале. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в следующем году. Людмила Никонова, Лабмедиа.